Всем большой привет! И опять у меня гора посылочек с сайта AliExpress. Ну и приобреталось это все по очень хорошим и выгодным ценам. Все цены буду показывать на момент покупочки. Ну а реальную цену и ссылку на товары вы можете найти все под видео в инфобоксе. Ну и мы начинаем. Первая посылочка. Эту посылочку я брала в комплекте дешевле. Кто на меня подписан с колокольчиком в YouTube, я делилась ссылкой на этот товар в вкладке «В сообщество». Ну и заплатила я вот за эту всю красоту всего лишь 3 цента. Это просто неимоверно большая скидка. Здесь идут вот такие вот серьги-кольца. И на них красивнющие такие глазки, золотые глазки. Похоже, мне очень сильно похоже на глазки сфинкса. Ну, что-то есть такое египетское или майя, вот не знаю. Но красивые. Конечно, я думала, что оно будет чуть поменьше. Но и такой размер даже очень ничего. Красиво блестит, прекрасно переливается. Нежный конусный камень внутри в виде зрачка. Переливается своими гранями. Очень красиво блестит. Следующее. Это вот такие вот змейки, которые тоже сейчас набирают оборот популярности. Видела уже много цепочек со змейками. Ну, возвращается такая живность в бижутерию. Смотрите, змейки. Даже по корпусу змеи идут тоже камушки. Беленький, а глазки зеленые. Но красиво. Все красиво с внутренней стороны. Есть отверстия для камушек, что говорит о том, что изделие должно быть качественное. Единственное, что смотрю, что змейки смотрят одинаково. Вот мне вот нравятся серьги, когда одно смотрит в одну сторону, другое в другую, а они смотрят одинаково. Вот видите? Вот это как-то мне, ну, не очень зашло. Я люблю, когда оно по-разному. Право вправо, лево влево. Так, здесь идет одна серьга. Я взяла буковку В, так как у моей дочери имя Виктория. Тоже прекрасно переливаются камни. Здесь тоже есть отверстия для них. Это означает, что они тоже конусные. Поэтому так блестят, обеспечивают прекрасный блеск. В следующем пакетике тоже кольцевые серьги, но подвесочка у них уже идет в виде навесного замочка, что тоже входит в моду. Замки, ключики. И здесь тоже имеется камушек посредине навесного замочка. И сейчас попробую открыть. Туговатенько открывается. Ой, ну такой тугой механизм, что мне кажется, что там внутри находится пружинка. И закрывается, открывается таким кликом. Ну, что точно не потеряешь. Хорошо закрывается. Прям кликом таким. Да, мне нравится, туго. Хорошо здесь держит. Не вижу пробы. Ну, пробы и не надо за 3 цента. Но китайцы-любители везде поставить пробу. Красиво, нежно смотрится. Так, и еще последнее. Здесь тоже те же змейки. Такие же, абсолютно идентичны предыдущим. Так что открывать я их не буду. Так, ну отлично, за такую цену, за 3 цента вообще, я думала, он вообще одну вышлет, а тут вообще 5. Ну, ответственные. Сейчас цена, конечно же, поднялась. Следующая посылочка здесь, смотрите, мне пришли зубы. Зубы Дракулы на Хэллоуин. Светящиеся. Но это похоже не Дракула, это похоже циклоп. Посмотрите, здесь один зуб посредине идет. Это какая должна быть форма? Ну, капец, да. Короче, сидеть плотно точно не будет. И здесь точно так же.
Шоу вверху, шоу внизу, у нас циклопы, зуб посредине. Ну и так, для заметочки, я знаю, что циклоп только с одним глазом, а не с зубом. Следующие посылки мне пришли наклеечки. Наклеечки я выиграла за 1 цент и алимонетки в мобильных бонусах, но сейчас это уже не мобильные бонусы называются, а просто монеты. Здесь вот такие покемончики, это наклеечки. Ну, полностью тематика покемона. Ну, почти все дети в период своего детства смотрели мультики покемона. Моя тоже. Так что ей это все знакомо и ей это все нравится. Тем более наклеечки яркие, красивые. Если ей не понравится, так может кому-то подарит. Ну, мне понравились. Мне дарить не надо, я ей подарю. Яркие персонажи. Можно сказать, знакомые лица. Так, следующая посылка. Эта посылочка была тоже за цент и алимонетки. Это я выиграла для детей, для бэбэшек. Вот такой вот держатель для пустышек. Говорится в описании, что это ручная работа. Силиконовая корона. Здесь идет шнурочек, это дерево, вот это вот ББ написано, бэби. Это мигусенькое все. Плюс вот такой вот зажим, который цепится к одежде. Ну, красиво все, качественное, мне нравится, мягенькое. Да, прекрасная штучка. Длина его около 30 сантиметров и весит 28 грамм. Вот такой вот держатель прекрасный. Следующая посылочка. Здесь мне пришел китайский воздух. Хорошо запечатанные мои очки. Смотрите, как прям красиво все в воздухе, чтобы не повредились. Жалко, конечно, что без коробочки. Но и так хорошо, конечно, упакованы. Очень рада, что не повреждены. Пока ничего не видно. Так, эти очки брала с купоном продавца. В итоге заплатила за них всего лишь 15 центов. Ну, на вид, конечно, кажутся качественные. Такие мягкие вот эти вот заушники с накладочками. Достаточно гибкие, удобные. Ну, вот так вот, красота. Потом посмотрю, или у них есть поляризация. И, кстати, эти очки тоже выкладывала в вкладке сообщества в YouTube. Следующая посылка. Здесь мне пришел кабель магнитный 540 градусов. Смотрите, сразу же магнит срабатывает. Так, это кругляшечка такая. Потому что есть у меня еще магнитный кабель, он продолговатый, а здесь кругленький. Вот так вот все крутится, эта головка хорошо вертится. Мне понравилось, отлично магнитится, сам кабель очень хорошего качества, брала его через монеты, в скидке за монеты. В итоге за него заплатила 98 центов. Следующая посылочка, здесь мне пришло, как всегда, очень много пупырки и тоже очки, и тоже без коробочки. Так. Сейчас посмотрим. Очень хорошо, что при транспортировке не было никаких повреждений. Все красиво, золото с черным. Мне уже все нравится. Такие темные стекла. Выиграла эти очки за 1 цент, что не может не радовать. Тоже в конце посмотрим, или они поляризированные. Ну а в этой посылке мне пришли носочки. Только, честно говоря, не ожидала я такой размер, что они такие будут длинные. Так, эти носочки тоже выиграла за цент и алимонетки. Смотрите, какие яркие, красивые такие и длиннющие. Ну, можно сказать, что это гольфы. И они плотные, достаточно плотные. Вот такие вот снутри.
Есть вот эта вот бахрома такая. Ну вот как раз на зиму будет отлично. Плюс резинка будет делать такой массажик. Отлично, мне понравились. Вот резинка плотная достаточно. Прекрасные гольфы. Или удлиненные носки. Клевые. Единственное, что пишет в описании, что они еще и на 43 размер, но мне кажется, вряд ли. Следующая посылка. Здесь мне уже пришло что-то интимненькое. А это походу мне пришли чулочки. Да, чулочки в сеточку. Ой, какая красота. Так, смотрите, как обработан носочек. Так, сами чулочки. Ух ты. Ой, какие приятненькие на ощупь. Ну, сеточка. Она всегда сеточка, всегда в моде. Единственное, что вот это вот кружево, оно должно хотя бы чуть-чуть быть с каким-то силиконом. Но, как видите, это дешевый вариант. Здесь без силикончика. Еще какие-то ниточки в подарок китайские. Здесь точно так же сделан носочек. И тоже без силикончика. Так что при носке они будут сползать. Просто был купончик продавца, и грех не воспользоваться им. Заплатила за чулочки 30 центов. Ну а в этой посылке это гранулы воска. Такие восковые бобы. Этот пакетик тоже выиграла за цент и алиманетки. Я такими еще не пользовалась, такими именно с Алиэкспресс. У нас здесь брала, но как-то так не прижилось у меня надолго. А это пишут, отзывы очень хорошие. Так, запаха почти никакого нет. Хоть и написано, что это типа молочные или кремовые какие-то. Ну, никакого запаха нету от них. Не знаю, некоторые, конечно же, в отзывах пишут, что оно похоже на жженый пластик, когда оно нагревается. Ну, не знаю. На пакетике заявлено, что 100 грамм, но такой внушительный пакетик. Плюс у продавца есть еще разные запахи, как чайное дерево, так и алоэ. Ну и, конечно, сзади же написано на пакете, как его использовать. Говорит, что подходит под все типы кожи и все можно, все волосы можно убрать. Посмотрим. Ну, все волосы я не хочу, на голове надо, чтобы что-то осталось. Следующая посылка. Здесь мне пришли лампочки. Брала их для Гены, генератора энергии, чтобы засчитала покупку. Заплатила за них 7 рублей 55 копеек. Почему в рублях? Потому что тогда засчитывала все в рублях. В итоге здесь 11 лампочек. Есть 3 одного типа. Ну, есть парные и непарные типы лампочек. Вот 4 одного типа, 3 другого типа, 3 третьего типа и 1. И вот получается вот такие вот лампочки. Походу, по фото продавца они светят синим. Хоть я не проверяла, мужу дала. Посмотрим. Итак, что же нас ждет в следующей посылке? А здесь опять лампочки. Лампочки опять к автомобилю. Но эти уже более модерновые какие-то. Вот какие-то еще что-то пишет, буковки. Сколько? 16 ватт лет. Но эти уже более презентабельно смотрятся в коробочке. Не то, что предыдущие, просто насыпанные в пакет. Итак, следующая посылка. Это такая какая-то большущая и тяжеленькая. И что же это там? А здесь уже давно ожидаемое ведерышко. Это тоже посылка с генератора, генератора энергии. И вот что я выиграла за цент. Отличная мигусенькая тряпочка. Достаточно толстая. Очень хорошая. Может и впитывать воду хорошо. Здесь внутри еще 3 набора пакетиков.
сколько их здесь штук, но не пишет сколько. Три пакетика, три набора одинаковых. Идет еще держатель. Это сзади за сидушкой. И вот такое вот ведерышко. Ну, кажется, пластик. Я думала, что это более будет силиконовый. Выбрала с ручкой, так как, чтобы, если вдруг мыть машину, то чтобы поднимать именно за ручку. Потому что еще было с крышкой. Ну, взяла с ручкой. Так, ну как-то тяжеловато все открывается. Не так тяжеловато, как мне чуть стрёмненько его открывать, чтобы его полностью не порвать. Само ведерышко написано, что на 4 литра. Сейчас открою, посмотрим. Так, вот так вот оно выглядит. Такая гармошка, ведерышко-гармошка. Ну, интересно, смотрите, какое вот так вот покажу. Ну, достаточно внушительный размер получается, когда в раскрытом виде. Но сейчас оно какое-то неустойчивое. Наверное, надо тут снизу вот это, да. О, ну вот, смотрите, теперь оно уже отлично. Нижнюю секцию надо будет убрать, да. Вот теперь оно отлично уже стоит. Все, супер. Интересное ведерышко, не знаю, надолго ли хватит вот этих вот ребрышек. Потому что при частом использовании они могут порваться, как частенько бывает в предметах такого типа. Но меня просто соблазнил вот этот вот его размер в сложенном виде. Вообще классный. Так, давайте посмотрим сейчас вот эти вот пакетики. Но считать я их точно не буду, сколько их там. Но один хотя бы разверну. Ух ты, достаточно длинный. Ну, там написано, что прям для ведерышка. Так, давайте все-таки оторву. Ух ты! Так, пакетик порван, походу. Дно прорвалось у него. Нет, держится. Хорошая спайка. Ну, пакетик мигусенький. Вот у кого есть собачки. И вот это вот очень сильно похож на вот этот вот пакетик для собачкиных каках. Отличается только размером. Итак, давайте проверим нашу поляризацию очков. Так, посмотрим. Ой, да! Ух ты! Неожиданно! Неожиданно! Есть! Все классно! Магия! Так, супер. Следующие очки. За цент. Зацените. И эти тоже. И эти тоже. Вау. Да, неожиданно. Приятно, китайцы удивили, конечно. Не, ну это, конечно, мне понравилось. Но то, что я выиграла за цент, это не означает, что они стоят цент. Реальную цену на товары вы можете всегда посмотреть по ссылкам инфобоксе под видео. Ну а в завершении хочу сказать всем большое спасибо за ваше внимание, за то, что были сегодня со мной на моей распаковочке. Надеюсь, видео вам понравилось и вы поддержите меня пальчиком вверх. Всем спасибо большое, пока-пока и до скорых встреч. Удачи всем!